Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я займусь обслуживанием своей мотокосы Husqvarna 125R. В планах у меня прочистить карбюратор, так как она начала, ну, мягко говоря, очень с трудом заводиться. Причем дело здесь не в свече, потому что свеча здесь стоит новенькая, тоже Husqvarna-овская брал, и искра на ней есть. То есть сама коса, она выдает искру, проверял. Единственное, что, ну, я не знаю, либо может уже сальники где-то, но лучше, чтобы этого не было. То есть взял вот такой вот спрей для прочистки карбюраторов. То есть сейчас надо будет все это разобрать, прочистить, собрать. После этого попробуем завести и посмотрим, изменилось ли что-то в лучшую сторону или нет. Данная коса уже весьма-таки стара, карбюратор еще ни разу у нее не чистился. Данной мотокосе, наверное, уже лет 13-14, то есть она по меркам двухтактных двигателей на газонокосилках, то есть на триммерах этих, то есть она уже такая долгожитель весьма. Данной мотокосой заготавливали траву летом, когда держали с родителями корову, то есть, ну, наверное, года 3-4 было. После этого от коровы корову продали, и, в общем, после этого она у нас трудилась только на даче, также дома, когда траву косили. Но все равно, летом она, в принципе, работала довольно-таки неплохо. Ну, зимой, само собой, она отдыхала. Снег зимой, как некоторые, я и не чистил. Также необходимо поменять катушку под леску, потому что, когда я косил ботву осенью, то есть, и вот эта катушка, она, так скажем, у меня, ну, очень сильно пострадала от жесткой ботвы. Приобрел новую катушку, и сегодня я ее поменяю. Итак, для того, чтобы снять карбюратор, необходимо сперва открутить здесь вот эту бобышку, после этого открутить две гаечки на 8, и, в принципе, карбюратор должен будет сняться. Ну, по крайней мере, должен. Ну, посмотрим. Итак, ладненько. Беру отвертку, головку, и приступаем к разбору данной, частичному разбору данной мотокосы. Приготовил старую кастрюльку, чтобы можно было именно над ней делать очистку карбюратора. Итак, вставляем. Ну-ка, проверим, работает, нет? Так, пшикает хорошо. Итак, берем карбюратор. И теперь необходимо будет его, я думаю, все-таки немножко вот эти вот места раскрутить. Так, здесь понадобится крестовая отвертка. Необходимо прочистить жиклера, ну и, в принципе, те места, куда сможем добраться. Повторюсь, карбюратор еще ни разу не разбирался. Вон даже еще бензин в нем есть. Так, ладненько. Пускай пока полежит здесь. Регулировать здесь и сбивать настройки я не буду, то есть пускай остается все как было. Так, ну и сразу открутим вот эту вот сторону. Главное потом собрать все в обратной последовательности. А то будет очень обидно, если коса до разбора заводилась с трудом, а после разбора вообще перестала заводиться. Тогда это будет уже очень и очень плохо. Так, ладно. Аккуратненько все это ложим. Вот, в принципе, добрались до всех вот этих камер. Выполнять данные процедуры, конечно, лучше все-таки в перчатках, в резиновых, но перчаток у меня на улице не было. Так, ладно, начинаем прочищать.
дает как холодно по рукам. Ну да, ничего себе. Можно руки отморозить. Надо варежки с таким одевать. Кстати, он даже это, вот эта жидкость, она даже, кстати, особо и не жидкость, то есть она практически сразу испаряется. Ну вот, запчасти немножко отогрелись и высохли. Теперь можно все это собирать в обратной последовательности. Главное ничего теперь не перепутать, как было сказано в одном фильме. Так, кстати, он покрылся инеем после вот этой вот обработки, так назовем ее, шоковая заморозка. Так, теперь отверточка, все это обратно закручиваем. Но, кстати, он до сих пор еще холодный. То есть, правда, как будто это, как будто какой-то там жидкий азот туда входит. Даже руки немножко пощипало после того, когда попадало на пальцы. Так. Это готово. Так, теперь необходимо ставить с другой стороны вот эту вот манжетку. Бутики. Ну, кстати, честно говоря, я думал, что здесь будет стоять именно шведский карбюратор. Но, хотя, может, просто завод где-нибудь в Китае сделать. Всякое бывает. Так. Ну вот, в принципе, и все. Теперь можно пробовать карбюратор устанавливать назад. Так, здесь все нужно. Ну, свистит. Значит, воздух все-таки где-то качается. Идет. Уже хорошо. Итак, ладно, теперь ставим все это назад на свое, так скажем, исконное место. Так, сперва одеваем на шпильки, и теперь необходимо ставить шланчики. Так, нет, сперва надо было. Как вот неудобно, когда мало места здесь. Так скажем, очень неудобно. Так, один отдел. Кстати, вот эти шланчики, они ничем не фиксируются. То есть они просто так, видать, за счет того, что они сами зажимают, держатся. Но, кстати, вот не пропускает. Так, теперь вставляем тросик газа. И, в принципе, все. Карбюратор, так скажем, установлен. Ну, все, теперь все остальное производим в обратной полностью последовательности. Так. Так, теперь закручиваем, где у меня головка, гаечки, и будем пробовать ее заводить. Посмотрим теперь, с какого раза она заведется. Так. Надо будет потом еще фильтр домой занести и тоже взять его постирать. Но, кстати, на этих вот мотокосах интересно сделано, что здесь, то есть, пошагово идет инструкция по тому, как ее заводить, когда она горячая, когда она холодная. То есть довольно-таки, ну, так скажем, сделано для американцев. В принципе, фильтр, я не могу сказать, что он прям сильно уж грязный, но сейчас пока поставим. Потом, конечно, за кадром я его домой занесу и хорошенько помою. Постираю, вернее. Так, ну вот, в принципе, все собрано.
Теперь будем пробовать делать первый запуск после прочистки. Так, открываем заслонку. Теперь нужно бензин подкачать. Ну-ка. Бензин пошел. Даже что-то как хлюпать начал. Теперь набирается полностью. Раньше он был как немножко такой, так скажем, ватноватый, как будто там что-то попало туда. Так, ну ладно, теперь пробуем заводить. Так, теперь. Ну-ка, сгорай. Все-таки схватил уже хорошо. Заглушим, попробуем теперь еще раз завестись. Так, немножко уже двигатель все-таки прогрелся. Ну-ка. Теперь косилка работает так, как она и работала при покупке, так скажем. Хотя сперва немножко понервничал, потому что не с первого раза начала все-таки заводиться. Но это можно связать с тем, что все-таки, скорее всего, там был конденсат. Потому что, ставя обратно карбюратор, он был все-таки еще холодный. Но, как было видно на видео, то есть после этого, когда двигатель немножко прогрелся, то есть с полточка начало все это работать. Итак, теперь переходим дальше. Необходимо заменить катушку под леску. Итак, приобрел я вот такую вот катушку. Но сразу хочу сказать, то есть это не оригинальная. Оригинальную как-то... Вот это, кстати, которую брали, это была оригинальная. То есть брали, ну, в том магазине, где именно... Даже не в магазине, а в сервисном центре, где обслуживают Хускварну в Абакане. То есть это какая-то, ну, даже не знаю, что за фирма. Ну, написано якобы какая-то там про, что-то такое. Якобы, наверное, профессиональная. Ну, в чем я сильно сомневаюсь. То есть разница, конечно, в них есть. Сейчас давайте снимем и посмотрим поближе, в чем разница. Итак, откручивается все довольно-таки просто. То есть в комплекте с косой идет вот такой вот ключик. Ну, как ключик? Просто типа такой вот штырек, арматур какая-то. И она, так, это снимем, чтобы было лучше видно. То есть здесь есть в редукторе отверстие. Вставляем. И так это зажимаем. И начинаем ее откручивать. То есть можно ее открутить. В комплекте также идет нож. Кстати, вон трава даже еще накрутилась сюда. То есть, но ни в коем случае нельзя потерять вот эту шайбу. То есть если вы ее теряете... Как было у одного знакомого, то есть потом вы ее уже, мягко говоря, ну, будете очень-очень с трудом снимать либо одевать. Так, здесь что-то трава забилась немножко. Сразу надо все это отсюда вычистить. Ну, плюс, кстати, надо будет, наверное, еще взять сейчас. Ну, вот тут идет подшипник. Да. Люфта, кстати, здесь нету люфта. Итак, необходимо потом будет, наверное, взять еще литольчика, открутить пробку здесь и немножко закачать сюда, наверное, литола. Потому что закачивали сюда, по-моему, один раз всего лишь его. И то это практически было в то время, когда ее
приобретали. Так, ладно. Так, ну а теперь в чем разница? Сейчас подойду поближе, чтобы было лучше видно. То есть, как видно, вот это вот оригинальное, это не оригинальное. Вот так, ну-ка. Ну, тут уже травой прям все заэтовалось. Итак, вот про что я говорил. То есть, здесь вот у меня металлические кольца эти, после того, когда я покосил картошку, их сживало. То есть, ну, катушка такая уже, мягко говоря, не совсем надежная. То есть, даже одно кольцо, по-моему, в ней уже либо вот это, либо нет, вот это вот. То есть, оно уже поломано. То есть, в любое время она может вообще отвалиться, и пластик начнет дальше вот по этой уже стороне просто разрушаться. Так, ладно, что там не закрывается. Нет, все-таки закрылось. Итак, разница у них. В принципе, ну, тут, мягко говоря, просто, наверное, разница в дизайне. И немножко вот повыше эта кнопка. Но вот эта, кстати, кнопка, она так с большим усилием, так скажем, нажимается. То есть она так идет весьма-таки туговато. Здесь она идет все-таки помягче. Ну, посмотрим все-таки, как она будет в работе. То есть, обычно, когда косишь, ты косой немножко раз по земле, и леска начинает вылазить дальше. То есть, посмотрим, как это будет осуществляться на вот этой катушке. Максимальный оборот 13300. Здесь уже история, так скажем, умалчивает. Потому что, ну, можно так увидеть, что как бы все травой. Так, ладно, теперь приступим к закручиванию данной обновки на косу. Так, вот говорил и уже, нет, все-таки нашел. Так, вставляем опять в отверстие, фиксируем и начинаем все это закручивать. Теперь надо теперь нужно посильнее ее зажать. И, в принципе, на этом все. Ну вот теперь можно в принципе идти начинать косить траву. Да. Но надо сперва все-таки проверить здесь смазку. Чем, собственно, сейчас я и займусь. Так, здесь идет, по-моему, шестигранник. Так, где-то у меня он здесь был. Так, пробуем открутить. Так, нужно еще немножко ее почистить. Я же говорю, давно ее уже не откручивали. Как бы она тут уже хорошенько все не закипела. Или не закипела, а не прикипела. Так. Сейчас бы, конечно, удар на какой-нибудь гайковер, чтобы он немножко ее протрес. Ну, нет, все-таки пошло. Так, момент истины. Есть там что-нибудь или нет в плане смазки. Так, прям уже туго выходит. Скорее всего, все-таки сейчас Литольчик в гараж схожу, возьму и немножко ее промажу. Но здесь, кстати, вот на конце болтика, то есть маска есть. Но все-таки, я думаю, лучше сюда будет добавить. Ладно, пошел в гараж. Итак, взял Литол, теперь необходимо в это отверстие немножко его зашприцевать. Надеюсь, он туда все-таки хотя бы немножко, но зайдет. Конечно, лучше было бы это все шприцом делать. Но я думаю, Литол, шприцом туда мы особо не загоним. Смотрим, вроде что-то попало, не попало.
вроде бы туда литол теперь немножко попал. Так, ладно, теперь все это закручиваем обратно и попробуем завести и покосить вот этой новой катушкой здесь немножко, потому что трава уже весьма таки подросла, скоро начнет уже дочке животик щекотить, так что надо это исправлять. Ну вот, в принципе, мотокоса теперь обслужена, и теперь заведем и попробуем ей немножко поработать. Ну вот, в принципе, обслуживание завершилось. Теперь, ну, я, так скажем, очень доволен. Теперь мотокоса заводится легко. И даже, можно так сказать, выросли у него обороты. Потому что, когда последние разы я косил, то есть она начинала уже так подтупливать. То есть она не развивала положенные ей, так скажем, обороты. Сейчас, ну, так скажем, трава только в разные стороны от нее отлетает. Катушкой также пока я доволен. Но посмотрим, как она в дальнейшем все-таки себя проявит. Потому что вот эта уже катушка, сколько, наверное, сезонов 6, наверное, отработала. Но вот это стоило 1000 рублей. Причем, так скажем, 6-7 лет назад. Вот эта катушка стоила, сколько же я брал? По-моему, 390 или 400 рублей. То есть, ну, так скажем, в 2,5 раза дешевле. Но я все-таки надеюсь, что качество ее не будет настолько же дешевым, как цена. Итак, в общем-то, коса теперь в боевой готовности. Можно наконец-то выкосить дома полностью весь участок, потому что трава уже изрядно выросла. Итак, в общем-то, работа сделана. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписываемся на канал, вступайте в группу ВК, пишем комментарии. Всем спасибо, до новых встреч!